Кто такой Супермен, наверняка знают многие. А вот кто такая суперженщина, сегодня выясняли в Чебоксарах. В канун Международного женского дня во Дворце детского и юношеского творчества прошел конкурс под названием «Ах, какая женщина». Песни, танцы, звонкие детские голоса и поздравления от сильной половины человечества. Все это в канун 8 марта звучало со сцены Дворца детского творчества. Милые женщины нашего города, примите искренние поздравления первым весенним праздником, самым красивым праздником, Международным женским днем. Однако основное внимание было приковано к участницам конкурса «Ах, какая женщина». Конкурс «Ах, какая женщина» проводится уже 5-й раз. Это маленький юбилей. Участниц у нас 7. Это женщины разных профессий. Но это самое главное – женщины, которые красивые, добрые, нежные. Очень многие достигшие что-то у себя и в профессиональном плане. Поэтому это достойный образ женщины. Услышать свой адрес «Ах, какая женщина» достойна каждая из них. Для конкурсанток нет невыполнимых задач. И борщ с помпушками приготовят, и станцуют, и стихи прочитают. Многим участницам не привыкать к сцене. Им уже покорялись большие зрительные залы российских и международных конкурсов. Я недавно только приехала с международного конкурса, где участвовали замужние, имеющие детей женщины. Вот я стала лучшей мамой России. Впрочем, заграничные поездки, грамоты и призы для участниц, конечно, не самое главное. Самым большим своим богатством конкурсантки считают счастливую семью. Многодетная семья в наше время в моде, можно сказать. И она, и супруг не всегда помогает, и дети всегда с удовольствием поддерживают, когда мама участвует в таких конкурсах. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика.